Пойдем в Диснейленд, сходим. Это называется «Вынес мусор». Невыносимый молодой черт. Раньше для того, чтобы проверить глубину, люди брали и неважные вещи бросали туда. Спасибо, сын, что сказал. Да ему нравится. Теперь ты собака, в ней ничего не заберешь. Так, ну... Угадай, что я с тобой сделаю. Малыш! Ебать! А куда? А куда? А куда улетел-то? Ладно. Так. Даже не спрашивайте. По-моему, я сделал правильно. Блин, вот угар вообще. Ему же еще весело. Эй, малыш, хочешь полетать? Там, возможно, есть пони. Нет, там точно есть пони. Я тебе гарантирую, тебе понравится. Пока! Все, до свидания. Я не мог вообще все. Все, смыли младенца. Открыли крышку, и здесь стрелка. Я знаю, для чего стрелка. Малыш, здравствуй. У меня для тебя есть небольшой сюрприз. Иди туда. Все. До свидания. Да-да-да. Вот там улыбайся. Улыбайся. Это слишком просто было. Элементарно. Ты туда, что ли, поедешь? Вы-то не дурачки. Прощай. Повеселись там. Он сейчас ой, сверху слышишь? На нас. Блин, звуки мне не нравятся вообще. Это называется «Вынес мусор». Невыносимый молодой черт.